Так, тут, надеюсь, без порнографии. Без порнографии тут у нас. Zone Media Ltd. Corporation Studio представляет. Да, вот, в общем, тут название вот уже написано здесь, друзья. Drone Media Ltd. Corporation Studio представляет. Вот, что-то там. Это. Где-то. За тарелку конский водиться, и буду теперь ей молиться, да и пеппер в доме пригодится. Сода скопился. Ого, ага. Горчит. Настоящая вода, круто. Очень замечательно. Пеппер тоже нормально. О, пеппер. Давно хотел его найти. Я беру-ка я себе. Так я пока где-то видно. А что это такое? Шишкин лес. Что за дерзкое название? Фу. Я мог бы простить тебе то, что ты вмазал мне посреди улицы, но прощать тебе то, что ты сделал с прекраснейшим ханским лесом, я не собираюсь! Тебе конец, диарея! Да ты меня нашел, мурда! Я был бы рад еще поиграть с вами, но мне надо доставить Пеппер на место. Звездный портал! Черт, он ушел! Кто вы такие, ребята? А? Слушай, парень, а давно ты научился доставать мейлы из своих рук? С самого рождения! А что это был за хмырь? Давным-давно был один мужик, который наспор проглотил клинок и долго не мог его высрать. Он был в нем настолько долго, что сталь этого клинка смешалась с его кровью, и его потомки получили уникальную способность доставать различные предметы из жопы, в основном мечи. Они получили известность как «Клан жопного меча». Понятно. А насчет этой мыльной силы вы, похоже, тоже что-то знаете. Ну, в общем, давным-давно был один мужик, который наспор проглотил 20 кусков хозяйственного мыла, после чего оно смешалось с его кровью, и все его потомки получили уникальную способность доставать из своей кожи в любой момент мыло. В основном хозяйственное. Они получили свою известность как... Клан мыла! Они сражались друг с другом на протяжении уже множества лет. До меня дошли сведения, что они хотят воскресить своего основателя, Арину, который глотал клинок, с помощью особого раствора на пеппере. Я гнался за одним из двух последних членов клана жопного меча, Диареей. Но он смог заполучить Пеппер и смылся! Ну что ж, как тебя звать? Дрон-дрончик, ёпта, собственной персоной! Отлично, я буду звать тебя Дродро, если не возражаешь! Нет, не надо! Дродро! Похоже, ты один из потомков клана Мыла! Тогда ты нам очень пригодишься, чтобы одолеть наших кровных врагов! Ребят, детство, ну не забит, конечно, ребят, но детство в жопе играет! Ничего, мой кореш тебя... Вот, может, конечно, кому-то нравится это, но вот... Ну, не наш формат, ребят, не наш формат. Да. Общение сам с тобой. Да. Жек, только ты погромче, пожалуйста, говори, потому что тебя плохо слышно, вот. Да и так громче стараюсь. Слушай, вот он наш великий учитель. Все понятно, продолжи. А, вот он учитель, ну, смотри какой. Расскажите, что он за человек-то? Имя его Вихухальмадал! Он великий мастер мыла и знаток минеральных вод. Что интересно, несмотря на свою способность, он ни разу в жизни не мылся. Он ни разу не мылся.
Учитель Мадао, это я, ваш ученик, Мурда. Заткнись! Я пытаюсь вспомнить, как зовут настоящую богиню. Да-да, как же ее звать? Да вы что, ребята? Это же Аска! Поздравляю, Дро-Дро, Мурда в тебе не ошибся. А? Что? Ты прошел проверку, Дро-Дро. Неужели ты думал, что мастер будет учить того, кто не уважает Аску? Ну что, пора приступать к тренировкам, иначе они воскресят своего главаря. Да-да, что мне нужно делать? Для начала выбери одну из этих! Вот. Что за вопрос? Конечно же... Конский форест! Интересно! Так тебе нравится конский лес? Конечно же! Я его вечный ра! В таком случае я знаю, какие тренировки подойдут именно тебе! За мной, Дро-Дро! Бей, Дро-Дро! Даю 30 секунд! Но, мастер, это же основная моча! Бей быстро, а то по щам проедусь! Увидела нас, спасибо, да. И проваливай нахрен. Мастер, я больше не могу. Давай быстро, еще 74 подхода. Пофиг живот. Еще 500 километров и побьем воды. Подожми, еще 600 ударов. Сожри еще 20 камней, и хватит с тебя! Пометь еще 15 деревьев, и закончим! Мурда, постой на шухере! Так точно! Теперь ты готов выучить мою мощнейшую технику, Дро-Дро! Используй только самый крайний случай! Она очень опасна! Попробуй ударить меня, Дро-Дро! По скайпу! Когда ступать по скайпу! Каким ты это? Такой интонацией, с какой ты это? Я кто тебе поняла? Это мыльная закваска на Дворцовой. Очень ядрёная. Я называю это мыльная закваска на Дворцовой. Больше этого. Всё, не хочу с тобой разговаривать. Ого, спасибо. Я наглость не перевариваю. Чтобы победить клан жопного меча. Наглость — это не второе счастье. Не надо. Учитель Мадао! Добрый вечер. Меня зовут Запор! Я прибыл из клана жопного меча! Вот, я счастлив! Молодец! Ублюдок! Вот мне понравилось. Мой брат близнец сейчас с вами. Поэтому я разберусь сейчас с вами. Что? Так он твой брат? Уже две причины отправить тебя в ад! Ну все, выхохоль исчез! Давай ты нам его используй, конский лес! Ты проиграл! Ха-ха-ха-ха! Нет, ты проиграл! Да, ну, ребят, вы реально, смотрите, это конечно, пытка, ребята, есть вам? Да, это пытка. Друзья, ну... Давайте до 10 минут еще посмотрим, но, ребят, реально пытка, пытка. Уверен, у этих дебилов шакалина. Миллионы просмотров. Аудитория Навальных школьников. Что будем делать дальше? Как нам искать их базу? Пойдем к информатору, что ли? Не нужно. Учитель мне уже предоставил информацию. Кажется, этот хмырь хотел у нас ее забрать. Но обосрался. Ну что, выдвигаемся! Да, погнали! Общем, ребята, мы желаем вам удачи в творчестве! Да! Это не для всех показ! Да, мы желаем вам удачи! 10 минут мы посмотрели, но больше... Ну ни в какой, ребят, нет, не заходит ваше видео! Вы знаете, это не для всех! Да, не для всех! Да, желтенький, холодное будет! Это донатик! Ой! Блять, я 500 рублей задонатил, давай до конца, а! Блядь, чувак. Это вот эту вот, которую... Да, вы сейчас... да, мы смотрели. Ну, чувак, 500... Ну, раз он 500... задонатил, давай смотреть. Этот жопный мечник, шакалина, напал неожиданно. Хорошо, хоть сдох. Отомстили за учителя, в общем. Что будем делать дальше? Как нам искать их базу?
Пойдем к информатору, что ли? Не нужно. Учитель мне уже предоставил информацию. Кажется, да, этот хмырь хотел у нас ее забрать. Но обосрался. Ну что, выдвигаемся? Да, погнали! Если бы нам было по 17 лет, нам бы это интересно было, честно я говорю. Ну как это, еще детство в жопе играет. Молодцы, парни, так молодцы. Это из база. Вас еще... Можно сказать и так. Говорят, здесь покоится великий ужасный Эйна, основатель клана Жабного Меча. Дро-дро, это выглядит подозрительно, похоже на ловушку. Да, я понимаю, но смотри, там надпись Арина и бутылка Пеппера. Шпионы. Другого выхода нет. Но все равно надо быть осторожными. Кто это вообще в такие ролики? Репень Вася пишет. Дро-дро, подожди здесь, я иду на разведку. Ага. Герой нашего фильма. Если Пеппер здесь, то где же тело Арины? Очень странно. Вон она, Арина, вышла. А нет, похоже. Диарея! Хе-хе-хе, мурда, вот, ты смотри, попал в мою ловушку. Мерзавец! Я специально ждал, пока один из вас подойдет сюда. Тело мастера Арины не сохранилось до наших дней. Однако мой прадед смог запечатать его душу здесь! Неужели? Неужели мурда теперь? Арина все под контроль его тела. И тогда мощь его жопы сокрушит тебя, дро-дро! Ну и ну. Сколько лет я пробовал в этом куске дерьма? Люза, это у тебя парик стёрт, мастер Арина, приветствую вас. Вас запечатали здесь 140 лет назад. Это Людмилин парик стёрт, ребят! Парик Люза стёрт! Мир изменился. А изменились ли люди? Технический прогресс достиг. Он не успел сказать. Неужели мои потомки настолько бесполезный мусор? Ха! Лиза, он парик стёр! Ублюдок! Он же был твоим товарищем! Ха! А ты, похоже, будешь из клана мыла! Твой мастер задолжал мне 30 рублей 140 лет назад! Это стоимость двух кусков хозяйственного мыла! Какой у парня парик классный, да? Мои потомки гнались за вами, чтобы вернуть долг! Да. Может быть, я верну тебе эти 30 рублей? В виде двух кусков хозяйственного мыла. И мы успокоимся. А, было бы неплохо. Держи. Ага, спасибо. Спасибо. Но! Я все равно тебя убью! Ждать 140 лет, это уже чересчур! Нет, не думаешь? Видимо, другого пути нет. Я принимаю твой вызов! Глупец! Ты принимаешь свою смерть! Говно. Ну и привет, да, я согласен с тобой, что привет. Ну все, дро-дро. Такая чушь из интереса. Согласен с Кипеником, мои клинки сокрушат тебя. Ну это вот действительно детство в жопе гуляет. Да, смотри. Да, в компьютерах вот это, то, что у нас сюжет, это... Да. Она снимает что каких-нибудь хоббитов, но то же самое. Ну что, узнаем мощь моего невероятного жопного сокрушителя! Блять, какое же говно, ой, ребят, ты запихнул это, блин, так и бездарно. Андрей, молчи, пусть да. Это они сами вот просмотрели. Ну, ребят, может... реально, ну нафига, для кого вы нет, это сняли? Нет, пусть они зрители сами. Где же Дро-Дро? Судя по этим следам, он направляется к воде. Ну,
числа, сколько времени затратили. Да, пиздец. Я тоже живу. О! Вы тут такого придурка с мамой не видели? Эй, я к тебе обращаюсь! Афу! Ты попал в мою ловушку, Арина! Так это была ловушка! Нет, ну это вот... А давай тело мурды, сдавайся! Ты же все-таки не такой шинок, не можем уже это смотреть, реально. Вот одно и то же, одно и то же, ничего вот хуйного нету, что это. Да, вот моей психике хуёво, точно. Вот, из ануса родился какой-то придурок. Ой, это жесть, ребята. В общем, смотреть это просто невыносимо, ребята. Это как сирком по яйцам. Вот вводит сирком по яйцам. Возьми к режиссеру, он вас послал на три брендвы. Да, вот я как режиссер говорю, что это хуёвое видео. Вот, вообще. Без обид. За 500 рублей, конечно, спасибо. И я как Людмила говорю, что это хуёвый. Мне не нравится, честно говоря. Да, тут 10 минут как будто бесконечность, чуваки. Реально говно. Фактурик тебе нравится? Да, фактурик тебе что, нравится? Невозможно, дроби! Вся твоя мыло должна была строиться в Волге! Нет, это убедило так. Ты допустил фатальную ошибку, Арина. Я уже не могу выдерживать это вот, вот действительно вот уже. Мои нервы. Эй, ты еще не победил, Дородро? На, это, блядь, жесть. Ну, ребят, ну реально, блядь, зачем вы такую хуйню смотрим? Блядь, они еще сейчас будут ебать мозги, ебать, блядь. Минуту, наверное, осталось. Блять, да я минуту уже, блять, не выдержу. Вот, ребят, осталось немножко, но это пиздец, блять. Мыльный, блять, ебать. Ребят, ну, нахуя нам такую хуйню, блять. Только клип, все, ребят, только клипы заказывайте. Блин. Еще топ и континью, чуваки, такое говно. Мы смотреть не будем, ребят. Да, фильмы снимались там. Говно. Ой, ебать, мой старый костыль, как... Ребят, ну без обид, ну... Блять, ну нахуя лучше не снимайте, чуваки, нахера вам это надо? Ну для себя, может, сняли. Вам, может, интересно, вот, что вы сняли для себя такой мини-фильм. Ну нам реально... Да какие они популярны? Приглашали, да? Они вот это сняли, знаешь, как сказать, популярность? Это... В этом канале, говорю, самого Малахова.